приехала в сервис Сан-План Камильна на Патриаршие пруды, чтобы протестировать уникальную процедуру, которая называется перманентное окрашивание ресниц. Эта процедура появилась в Британии, ее придумали модные британские девушки, и она сразу появилась в сервисе красоты Ланы Камилиной. Процедура делается всего 45 минут, а зато результат длится около 2 недель. Ну что, посмотрим? Сейчас визажист Ланы Камилиной Мира расскажет нам, как будет проходить процедура, из каких этапов она будет состоять. Суть процедуры. Мы наносим вот этот прекрасный гель Майскара на реснички поэтапно. Наносим на реснички снизу, для того, чтобы их подкрутить, глазки у нас раскрываются. Первый слой. Потом второй слой мы поэтапно наносим на каждый глазик отдельно. А сверху. Потом мы опять возвращаемся, проходим по низу и потом опять по верху. Смотрим на эффект, какие у нас будут реснички. Чем больше мы хотим накрашенных, эффект более накрашенных ресниц, тем больше мы наносим геля. Во время процедуры мастер наносит под глазки патчи с гиалуроновой кислотой. И это приятный бонус, так как после процедуры вы не только выходите с черными ресницами, но также с сияющей кожей в зоне вокруг глаз. Результат полностью меня удовлетворяет. Такое ощущение, что на ресницах действительно тушь. Они, правда, более жесткие, нежели если бы на них действительно была обычная тушь. Вот. Спать, мне сказали, лицом в подушку нельзя, иначе они загнутся, их нужно будет очень тяжело-тяжело расчесывать. А результат держится от 2 до 3 недель у всех по-разному. Посмотрим, сколько продержится у меня. Ну что, Мирочка, спасибо тебе за мои новые реснички. Спасибо тебе, моя дорогая. Приходи в гости.